Небольшой визуальный обзор динамиков блинов Пионер. Это идет аналог, Китай, производство. Трехполосный динамик идет. Мощность заявлена производителем 1000 Вт. Номинальная 500. Магнит идет вот такой. Магнит не очень большой, поэтому он не будет выдавать честные 1000 Вт. Это 100%. Но как бюджетная акустика, вполне себе. У многих был запрос именно на вот такие закрытые сетки, потому что у нас еще есть модели другие с открытыми вот здесь пространством. Это вот закрытая сетка для того, чтобы поставить в вашу акустическую полку. Полное описание этих динамиков будет в объявлении, поэтому переходите, смотрите и заказывайте. Можем отправить Авито доставкой в любой город. Эти аналоги Пионера, как колонки также на 16 сантиметров, на 13 сантиметров, пользуются большой популярностью именно в бюджетном сегменте, потому что хорошо выглядят, достойно играют и стоят относительно недорого. Обращайтесь.